включаю сейчас отопление и горячая вода. Когда у вас это датчик поставите, если тоже допустите. Если, допустим, вам воду не надо, нажимаете, видите, значок пропал, значит, работает только отопление. В Медвежьих озерах в доме на Радужной улице радостное событие. Газ пришел в большую семью, в которой воспитываются четверо детей. Оперативность, с которой выполняются договорные обязательства филиалом «Восток» акционерного общества «Мособлгаз», вызывает у жителей чувство благодарности. Газ дает и тепло, и комфорт, а то, как квалифицированно работают специалисты, насколько они внимательны к просьбам, не может не радовать. Ведь для каждой семьи газ – это еще и большая помощь в экономии финансовых средств. Отапливать дом электричеством дорого. Мы счастливы, что у нас произошло такое событие. Мы рады, что появилась такая программа «Социальная газификация», и что нам все сделали очень аккуратно, без надрыва. Мы даже не почувствовали, как нам привели газ, и огромное спасибо, что вот у нас так получилось. В городском округе социальная газификация идет полным ходом. Каждый день все новые дома получают голубое топливо. В городе Щелково построено более 6 километров газовых сетей до границ участков жителей. Подано более 440 заявок на участие в программе социальной газификации. Подключено к газу 79 домов. Андрей Цыханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.